Сегодня я приглашаю вас на прогулку по моему городу. Мой город Ставрополь удивительно красив, особенно центр. А весной город превращается в цветущий сад. Я приглашаю вас на прогулку по нашему городу. В театральном сквере есть памятник Михаилу Юрьевичу Лермонтову, который неоднократно бывал в нашем городе. Это была совсем небольшая зарисовка о нашем весеннем городе. Если вам она понравилась, ставьте лайк, пишите комментарии, делитесь впечатлениями, рассказывайте о своем городе и подписывайтесь на канал. До новых встреч! Пока-пока!